Ну, опять же, я уже вижу, что у меня немножко материал доклада будет, в общем-то, пересекаться с предыдущими сообщениями, но так или иначе. Если брать вообще молекулярный патогенез рака простаты, то на самом-то деле эта опухоль сыграла историческую роль в понимании молекулярного патогенеза рака вообще. Я прекрасно помню эти времена, ну и это было до середины нулевых годов, по сути дела, когда считалось, что в опухолях солидных, тех, которые мы называем раками, в основном бывают события, которые принято называть мутацией, это замена нуклеотидов или там увеличение копийности хромосом, а так называемые перестройки, транслокации, они характерны только для опухоли гематологического происхождения. Ну, например, классическая явление филадельфийская хромосома. Это, по сути дела, хромосомная перестройка. Что такое хромосомная перестройка? Посмотрите, вот у нас две хромосомы, одна красная, другая белая. Так устроила природа, что они могут обмениваться между собой участками. И вот этот обмен участками, который происходит, ну, в обычных соматических клетках, это, в общем-то, является сам по себе аномальным процессом. И тот ген, который расположен на точке разрыва, с ним что-то происходит. Он либо инактивируется, если просто ген разорван, либо, что часто бывает, когда активная часть гена подпадает в другой регуляторный путь. Примерно лет 10 назад, когда открыли транслокации при раке простаты, это вызвало большое резонанс, потому что это первая опухоль, именно рак, солидная опухоль, где показали процесс перестроек. И что происходит? Посмотрите, вот у нас гены-партнеры. Вот у нас ген, который является онкогеном. В норме этот ген, транскрипционный фактор, который является онкогеном, он малоактивен. В результате перестройки данный ген попадает, образуется химера. И химера образуется с таким генетическим материалом, который отвечает на стимуляцию андрогенового рецептора. В норме андроген-зависимая работа генов – это набор генов, которые функционируют работу клеток простаты и других генов. Если эти регуляторные участки в результате слияния оказываются слитыми вместе с онкогенами, то что происходит? При андрогенной стимуляции происходит активация онкогена. Клетка начинает делиться. Это, с одной стороны, объясняет патогенез рака простаты, почему рак простаты – это андроген-зависимое заболевание. А с другой стороны, по крайней мере, отчасти объясняет механизм андрогеновой абляции. Если мы убираем андрогены, то андроген-зависимые гены перестают работать, и так как в патогенез рака простаты входит аномальная андроген-зависимая стимуляция онкогена в результате перестроек, то вот этот патологический, в общем-то, путь прерывается. Этим объясняется и патогенез рака простаты, и его ответ на терапию. На самом-то деле подобные перестройки, приводящие к активации онкогенов, обнаруживаются более чем в половине случаев рака простаты. Ну, есть и достаточно экзотические формы, которые всегда находятся в реципрокном состоянии с этими перестройками. Например, есть определенная часть опухоли простаты, которая связана с инактивацией вот этих трех генов. Ну, на самом-то деле, формально, если мы говорим про их функции, можно что-то сказать. Их, по крайней мере, ферментативные функции известны. Но вот объяснить, почему супрессия этих трех генов вызывает перерождение нормальной клетки в опухолевую, в общем-то, связано пока нельзя. Здесь просто не хватает знаний. Что интересно, что целый ряд генов, если мы говорим об особом типе рака простаты, вот этом, они инактивируются координированно. Есть
самые в достаточной степени отдельные редкие формы рака простаты. Ну, например, гены РАС и РАФ, которые, в общем, заиграют существенное значение в патогенезе практически всех опухолей. Толстая кишка, легкая, меланома. Малое значение имеют в раках простаты. Но, опять же, они могут в раках простаты активироваться не только за счет точковых мутаций, но и за счет транслокации. Редко, но могут. Все другие варианты являются экзотикой. Ну, на самом-то деле, если мы говорим о знании молекулярной патогенезии, конечно, здесь, в общем-то, в первую очередь нужны практические знания. Сказать, что открытие перестроек, которые приводят к возникновению рака простаты, привело к разработке новых подходов к терапии, нет, пока об этом не может быть и речи. Речь идет только о получении знаний, которые немножко помогают на разных этапах лечения больных с данным заболеванием. Ну, на самом-то деле здесь какие есть ситуации? Первое – это улучшить, в общем-то, так или иначе, достоверность ПСА, PSA-теста, чтобы уменьшить количество больных, которые получают ненужную биопсию. Следующий этап – это выбор между активным наблюдением и вмешательством. Ну и, наконец, подбор терапии. Ну, в частности, здесь созвучное название, но это не PSA, к которому привыкли говорить, это Prostate Specific Antigen. На самом-то деле, опять же, полученные о нем знания из молекулярного патогенеза – это не кодирующая РНК. Большинство известных РНК, большинство, которые сегодня изучаются, они кодируют белки, и их функция известна. Это просто маркер, функция его абсолютно неизвестна. Это РНК, у которой на сегодняшний день, ну, какой-то биологической роли мы не знаем. Но так или иначе, это более или менее достоверный маркер злокачественного перерождения клеток простаты. Соответственно, идея такая. У пациентов, у которых ставится вопрос, делать биопсию или не делать, то есть что-то происходит с динамикой простатического антигена, данный тест может выполнять роль дополнительного судьи. Про мультигенные тесты уже подробно говорилось. Я, в общем, с вашего позволения пропущу этот слайд. Другие прогностические маркеры. Что интересно, на самом-то деле, если вы возьмете любую морфологическую классификацию опухолей, практически всегда в понятие степень злокачественности будет учитываться индекс пролиферации клеток. Исходит из того, что опасные опухоли, которые принято называть низкодифференцированными, там высокий уровень пролиферации, опухоли менее опасные, там низкий уровень пролиферации. Ки-67 – это маркер пролиферативной активности клеток. На самом-то деле удивительно, но вот именно при градации при раке простаты скор Глисона, индекс Глисона, он предусматривает строение поджелудочной, микроскопическое строение клеток предстательной железы, но не предусматривает активность пролиферации клеток. Ну, в частности, на самом-то деле, если посмотреть исследования, то, безусловно, есть корреляция. Те опухоли, которые характеризуются высоким индексом пролиферации, они более опасны. Но все-таки, если честно, то это, как уже было сказано, в общем-то, тесты, которые мало что дают. Они не плохо стандартизованы и, самое главное, не дают никаких практических рекомендаций. Ну и, наконец, выбор терапии. Эту схему часто показывают, потому что сейчас действительно появился какой-то выбор. И мне бы хотелось в первую очередь уделить внимание не стандартным типам лечения опухолей, про них и так много говорят, а особым разновидностям рака простаты. Ну, в частности, наследственный рак простаты, БРК-ассоциированные опухоли, в общем-то, это на самом-то деле трудная тема. Ну, в частности, когда мы вообще говорим про рак молочной железы и рак яичника, скороговоркой произносятся гены БРК1, БРК2. Сейчас все чаще говорится синдром Анджелины Джоли, чтобы ссылаться на известный пример кинозвезды, который Анджелина Джоли, она раскрыла, что она является носительницей мутации и, соответственно, сделала публичным фактом свое согласие сделать профилактическую операцию. Но вот это уже дебри фундаментальные, дебри клинической генетики рака, которые, поверьте мне, не знают не только практические врачи. Если вы возьмете специалиста по клинической генетике рака, он вам тоже не сразу ответит, и не всякий вам ответит правильно. Есть гены БРК1, БРК2.
они, как правило, используются как синонимы. Они похожи по своим функциям. Но для гена БРК2 ассоциация с раком простаты есть, а для гена БРК1 считается, что нет. По крайней мере, исследования, которые проводились, полагают, что БРК1 ассоциированные раки простаты встречаются довольно редко. Это важная информация, потому что еще одна интересная специфика. Почему вообще люди делятся на нации? У каждой нации свои прародители, и каждые прародители привели свой пул генов. Так устроена у нас страна, что у нас основная нация, славяне, все-таки доминирующая в этом регионе. Довольно много носителей мутации БРК1, и практически нет носителей мутации БРК2. И еще один аспект. В отношении гена БРК2 практически нет повторяющихся мутаций. Соответственно, сам тест, он по себе очень дорогой, очень трудоемкий. Но так или иначе, знать о подобных разновидностях рака, в общем-то, надо бы. Потому что, когда мы говорим о БРК-ассоциированных раках, или далее мы увидим, что есть и фенокопии этих раков, похожие раки, здесь абсолютно необычное терапевтическое окно. Посмотрите, вот это геном носителя мутации в гене БРК2. Каждая клетка имеет одну инактивированную копию гена БРК2. Но функция клетки, репарация ДНК, сохраняется интактной. Почему? Оставшаяся копия гена БРК2 работает. Как опухоль возникает? В опухоли инактивируется оставшаяся копия гена БРК2. У нас же две копии от каждого гена. Одна от папы, другая от мамы. И вот когда уже обе опухоли инактивированы, одна в результате наследственного дефекта, а другая в результате мутации, возникает уникальное терапевтическое окно. В норме репарация ДНК в порядке, а в опухоли репарация ДНК нет. Отсюда абсолютно уникальная чувствительность к простому препарату, цисплатину. Согласитесь, цисплатин же никогда не применяется для лечения рака простаты, потому что не принимаются подобные особенности во внимание. И вот посмотрите, это опыт урологов, онкоурологов из Канады. Они описывают несколько случаев лечения БРК2 ассоциированных раков. Посмотрите, прекрасные результаты дает цисплатин. Я видел только один случай БРК2 ассоциированного рака, но там была и вторая опухоль, рак поджелудочной железы, поэтому течение самого рака простаты, в общем-то, оно было незаметно на фоне более тяжелого заболевания. Но так или иначе, в общем-то, опыт достаточно воспроизводимый. Такие опухоли действительно неплохо лечатся. Ну и самый главный вопрос, а кому вообще делать в данном случае, назовем это БРК2 тест? Еще раз говорю, что это очень непростой анализ по себе непростой, шансы найти мутацию очень малы. Самое простое. У мужчин еврейского происхождения все сводится к одной единственной повторяющейся мутации в гене БРК2. Соответственно, если вы имеете дело с пациентом еврейского происхождения, то проще сделать один единственный ПЦР-тест, чем думать, надо его назначать или нет. Это очень простой анализ. Что касается других категорий больных, там, в общем-то, не так все просто, потому что там, конечно, должен быть какой-то отбор. Это более или менее молодые больные, по крайней мере, назовем их так, не старыми. Это пациенты, у которых есть либо семейный анамнез БРК-ассоциированных заболеваний, они перечислены на слайде, либо у них самих были какие-то БРК-ассоциированные опухоли. У мужчин мало, честно говоря, БРК-ассоциированных раков. Кроме рака поджелудочной железы, мне ничего в голову не приходит, и рака желудка. Но это те заболевания, после которых до рака простаты, как правило, к сожалению, не удается дожить. Так или иначе, все-таки это не кабинетная наука, единичные пациенты такие попадаются. Что существенное, вот здесь уже, конечно, прогресс геномной медицины. На самом-то деле БРК – это известная разновидность категории рака простаты. Но есть и фенокопии, очень похожие по своей разновидности заболевания. Ведь БРК2 – это не единственный ген репарации ДНК. И посмотрите, здесь уже клиническое испытание алапариба, препарата, который является ПАРП-ингибитором. Это тоже БРК-специфический препарат. И в данном случае, разумеется, это испытание, которое организовано фирмой-разработчиком препарата. У алапариба, в общем-то, примерно такой же механизм действия, как у цисплатина. Алапариб – ингибитор
фермента репарации PARP поражает прицельно опухоли с инактивацией БРК2, но оставляет интактными нормальные клетки. Так вот, посмотрите, что здесь делалось, чтобы увеличить количество пациентов. Выполнялось, по сути дела, мультигенное полногеномное секвенирование. По крайней мере, в расчет брали все гены, которые участвуют в репарации ДНК. И вот, посмотрите, здесь у нас результаты лечения тех пациентов, у которых есть мутационная инактивация одного из генов репарации ДНК, либо БРК2, либо похожих генов. А это у нас результаты лечения тех больных, у которой данный тест отрицателен. Но посмотрите, в общем-то, это достаточно внятный метод отбора. И самое главное, все-таки это пусть не очень большая, но отдельная категория больных, которую, я убежден, надо начинать лечить после, разумеется, андрогенной абляции не токсанами, не стандартной терапии, а именно ДНК-повреждающими агентами. Ну, на самом-то деле, если мы говорим про тесты на сплайс форму рецептора андрогенов, то, в общем-то, за 2 года с момента появления этих работ сами клинические исследования стали уже хорошо известными, и они впечатляют, потому что это редкий случай черно-белой ассоциации, когда есть сплайс-вариант рецептора, то никакого толку от продолжения антиэндокринной терапии. Когда нет этого варианта, то шансы уменьшения уровня простатического антигена есть, уровень изменения маркера. Тест этот сам по себе очень непростой. С чем это связано? На самом-то деле сложность заключается в том, что от пациентов с раком простаты достаточно сложно получить биопсию опухолевого материала в процессе лечения, потому что метастазы костные. И отсюда делается очень сложная тест-система. Надо сначала собрать циркулирующие клетки рака простаты из крови при помощи антитела, который специфический эпителиальным клеткам. Это антитело зашито на твердом носителе. Вот у нас антитело, вот носитель. Мы собрали клетки, отцентрифугировали, у нас эти клетки есть. Ну и потом, что является достаточно легкой процедурой, при помощи полимеразной цепной реакции выявить, есть сплайсинговая изоформа андрогенного рецептора или нет. Так или иначе, это двухэтапный тест, и, к сожалению, от успешности забора клеток простаты циркулирующих зависит сам результат. Ну и, наконец, 2 последних слайда. Это экспериментальная наука, чтобы показать, чем вообще занимаются предклинические специалисты. Но посмотрите, это, опять же, вот специфика, что здесь собирается именно циркулирующая ДНК, потому что метастазы-то не забрать. Оказывается, что если мы говорим о инактивации гена РБ1, то получается, что если инактивирован ген клеточного цикла РБ1, то такие опухоли оказываются нечувствительными к эндокринной терапии. Но зато, если мы говорим о паттерне чувствительности к токсанам, то как раз это уже эксперименты на мышках. Здесь направлена инактивация гена РБ1. Еще раз говорю, это ген, который регулирует деление клетки, ген клеточного цикла. В данном случае здесь происходит синтетизация к токсанам. Ну, кто знает, может быть, функциональный статус этого гена – это новый маркер, который по своей информативности будет сопоставим со сплайс-вариантами андрогенного рецептора. Спасибо за внимание.